наши телефоны вышла глобальная прошивка MIUI версия 10.2.1.0. Это глобальная прошивка, в которой изменены новые обновления патча безопасности от декабря 2018 года. Экран блокировки строки состояния исправлено, иногда пропадала иконка наушников, исправлена прокрутка скриншота, не всегда работала, исправлена кнопка для возврата к разговору, была прикрыта часами, исправлено ограничение уведомлений, не было возможности, и исправлено невозможно использовать разблокировку пальцев во время разговора. Диктофон исправлено, статус записи отображается некорректно, отображался некорректно в шторке уведомлений. Так, ссылки на загрузки будут в описании. И более подробные изменения вы сможете почитать в обсуждении ветки глобального обновления версии 10.2.1.0 MIUI. Ну, в целом, перезагрузилось быстро, качественно, все работает изумительно, шрифты не слетели, все программы остались в рабочем состоянии. Уже радует, хотя перед обновлением все-таки желательно сделать синхронизацию сохранения на ваш телефон либо в облако. Всем, кому было полезно, всех, кто радуется вместе со мной, всем любителям MIUI, Mi 6, Xiaomi, большой привет. Ставим лайки, подписываемся на канал, обсуждаем. Всем пока!